Заман Хайрол СНГРТ каналында авто хабарлары студияда Чалышер Татьяна Ставилова. Илктен программаның баш темалары. Автономияда 2 айын сүресінде митингылар кечерлер. Оннарын чыкышлары үчін аннатылар оргкомитетін азалары пресс-конференцияды. Бу авто кечтігі Гаузе халқ топылшын сырады көтірушу. Автономияның COVID бөлімлерінде 80-ден зейді кеші білуныр. Автономияда 2 айын сүресінде митингылар кечерлер. Оннарын чыкышлары үчін аннатылар оргкомитетін азалары пресс-конференцияды. Илерезер темы Зинаида Канцер. Пресс-конференцияның сүресінде жүмне активисті Михаил Лах ұрғылады әне митинглар кечірілен ерлер ниетлен ки регионын хем девлетін күветлері ішітінер инсанларын проблемаларына хем бұлсынар месі онары чөзме. Ки инсанлар герсінер кыша, инанар кана әне варынжы олыжы көдесінер газ үчін, яда алсынар удын исын мадені. Хепелі митингларын ниеті бірлештірме инсанлары хем хепсі күветлері, ки чөзме барабар инсанларын соғышларына. Инсан ağrır bizi her bir taraftan. Çünkü dün oldu. Vulkaneşt kasabada siz gördünüz neler oldu. Sorucum presada çıktı. Hani biz toplanız Kişinof'a gitmeye. Da insan ağrırdı bizi çok da sorur. Çocuklar siz bize bir şey söylemediniz. Kişinof'a mı gidersin? Ne şey yaparız? Sorun Vulkaneşt'a oldu bu işler. Soruyla ne oldu orada? Niçin böyle oldu? Biz düşündük hani хем исля, хем дору олжик, ани біз чекма преса, да сөйлеме, кенде фикирлери, о дуйгулары, ани бізде вар. Біз дүшіндік, ани бу олжик дору бізім тарафтан. Дүн Волканеш касабасында кечті сырадыкы митинг паларын үйселмесі ічін, о кадар ке митингын паяланарының араларында олду кавга. Хазырлыйчылар пресс-конференцияда сөйледілер, ани кабледечілер бір сыра юльчу, ки біле олайлар илері дору олмасынар. Біз Вадим Анастасовлан, Вадим Шинниклан, хем о ақсакаларлан ким дурарды пішін башында ачан япыларды Гагаузия, онар шинді бізе ярдымчы олайлар, ани біз гитме илері. Біз дуйдук, ани біз лязым сізінен ачыкла итме. Не олайр, хем не біз сістерс япма. К сожалению, на сегодняшний день мы по понятным моментам, я не хочу сейчас говорить, кто прав, кто виноват. Gücünükleyim. Bu durumla bugünkü güne istemiyorum söylemek kim doğru, kim kabahatlıydı. Dünkü mitingde ama problem onda hani biz dağılışıkız, değiliz bir yerde. Demir ki kuvvetler anılarından biz isteriz ki bizi onlar işitsinler, seyrederler, ne olur, dağınırlar hani biz değiliz bir yerde. Ben teklif ederim Gagauz halkını ki biz geçiririz bu mitingleri. Hepsi dil kayıl, ne olur devlette, hani pahalar büyülerler. Ama peki atsınsan çıkır bu mitinglere. Что цены выросли на все, но на митингах присутствует очень мало людей. Журналистлерин соғышларына плана койдылар мы? Етишмей кишнева, нереде кечермей кенди митингларына хазырлайжылар ургуладылар, ани элери дору бу вариант варынчы олсун, ама ишинде инсанлар та еринде бирлешмедилер. Мы не приглашаем пока что в Кишинев. Почему не приглашаем? Потому что еще... Без теклифит мерис Кишинева, нечен кизере та Гагауз халкы бурада чыкмэр. Орэй гитмэ митинга 500 киши будил дору. Біз бурада лязым берлешерим. Біз лязым савашылым ки башкан спикер олсынар бізінен біля. Дил чоктан ачан булуштук Ирина Федоровна илын кабинетта. О сөледе, ани о хазыр олма инсанын бірлікте. Она готова быть на стороне с народом. Оргкомитетін азыларын лафларына көрі митинглар кечешіклер автономиян хер бір яшымак пунктында. Харман айын біткісінеадан онлар топлайчықлар имзаларын, еден соран елайчықлар онлары девлеттін хем регионал күветлеріне. Зинаида Канцер, Вячеслав Кыса, ГРТ хабарлар. Гагауз халк топлушын депутатлары белли етілер башкан сечімлерін гүніні. Онлар кечешіклер чечек айын 30-ында. Хе бүгін кечешіклер депутатларын сечімлері де чок майдан күйінде хем Волканеш касабасында. Елерде зерцемы и сюжет. Гагауз халк топлушун башы Дмитрий Константинов теклиф итти башкан сечимнерине кечермя чечек айын 20 үчүндө. О заман Гагауз халк топлушун депутаты Николай Додогла насат ети хепси депутатлара ишерлерине бракма да енидан халк топлушун сечимнерине кечермя. Ерлим біз істері сечімнері кечірмя барабар башканнан лязым хепсі узыман ішерлеріні браксынарда гене кінді кандидату раларыны сечімнеря койма. Узыман біз паралары куртараджес хемда доорулук бұрада олажек. Гагаузия баканын комитетін башын ярдымджысы Олеся Танасоглу чизгеліді, ані пек еркін сечімнері чечек айына койма.
Дата 23 апреля нас приведет к еще большему тупику, когда в результате... Чечека инермию чундаси, чем не реги чермяди, лязым бездя узаманы ки башкан барабару ладжек, хепси дюйна бездян гюледжек. Безим башканын ищи башарылер орака ин онду кузунда, елварерым табир керет дюшунын узбунун ичин. Депутаты, взвесьте и посчитайте все цифры. Гагауз халк топлушун депутаты Михаил Попов анаты, а не йог насыл сечим не реги черямимя, автономия ныне кидолайнда. Валкаништя хем чок майданда. Хак бізде йокки сечимнери гичерямимя. Барабар сечимнери да япма бу кёту фикир. Ама ГГУС халк топлушун депутатлары кендисислерини вердилер ки башкан сечимнери, химики округта депутатларын сечимнери барабар чечека ино тузунда гичсиннер. Ирина Караман, Влад Абачук, Артем Тапал, ГРТ хабирлер. Ат пролин бейгер фирмасы автономинан бюджетындан пара каблет меджик бүтінден. Бұнын үчін августын 16-сында халк топлушын депутатлары отырушта сеслеріні верділер. Депутатлар Молдованың канунларына ардылырлар, англары бракмырлар девлет курымларыны финансылама. Канун проектын бөлүклерин бересине баалы ГГУЗ-нын бюджетына дешилмеклерин келиштирмесинен Баканы комитети теклиф эдер ат пролин курумуна ярдым парасын верме. Бундан сора дүзүүчүлүк ишлерине япма да верме Чадырлонганын примариясына. Дүзүүчүлүк ишлерине бар улан паралар 15 миллион лея лазым та 2 миллион лей контрибуция гиби. Баканы комитетин бар положение сангысы халк топушунда да булыныр. Нереде сөйлене ранее ат фермасыны лазым джумня курмуна кечирме. Бисайыры сани курумун бюджетыны хепу урда лазым корутма, ниже баканы комитеди теклиф етті. Шиндеки вакыда ат пролин фермасы зорлу чекер ишчилерин айлык парасынын юдемесінде. Кышлык емлерин хазырланмасында, чүнкі курумун бюджеты тайылын чекетмесінден ике окадар кестерілдейді. Чизгиледі депутат Елена Юрченко. Коллеги, у меня вопрос, с какими... Чок язык, ама курумун ишчилери 2 айдан зейда казанч парасыны каблетмерлер. Ангы себеплере гюре финансламак дургудулду. Бизим девлетте шинде о дурумане инсанлары парасыз мы бракма? Людей без заработной платы? Буна халк топлушун спикер Дмитрий Константинов башка аргументлер кетирди. Мы незаконно его финансируем. Незаконно, об этом нам и республиканская счетная палата, и наша ГГУЗИ счетная палата написала. Без канона каршы курму финансылардык. Буну республиканын хем автономиянын саи палатасы документли яздырды. 2015 жылдан чекеттенен фермая 1 ел 15 бин верилді, сора 300 бин, сора 400 бүйді, 700, 1,5 миллион леяда етішті. Начиная с 2015 года, ежегодно было один год 150 тысяч, потом 300, потом 400, 700 и 1,5 миллиона. Депутат Иван Димитроглы теклиф етті депутатлары тұттырсынар бейгер фермасының финансламасына. Значит, прошлый созыв вы финансировали от пролин без проблем, без никаких вопросов. На заседаниях народного халк топлушун кечен чарышы ат пролин курумуну финансылады. Буылса о канона каршы болду. Теклиф эдерим депутатлары ким паранын вермемеси үчүн сесини берecek, алып документтери гитсинер о ишчилерге да сүйлөсүнөр, аны унар иш айлык парасыны каблетмечкилер. Лично им вручим документы, они пойдут этим людям и объявят, что они остались без заработной платы и без работы. Георгий Лейчур Гуладани ОТО депутатларын бересе ким херкере бейгер фермасынын финансламасы. Но то, что вы сейчас предлагаете, просто напролом вламываться в открытые двери, не решать проблемы, а только красиво сказать и не более. Барулан, проблема или азынчозмя? Одиль бергюльник проблема, о илерден чекилер, ачан саи палатасы билдерде они бизде положение йок. Халк топлушу баканы комитеден адына йоландырмады идымы киады реорганизациянын положениясын хазырлосынар. Хазырлайн положение да инандырадес, проблема да чозедес. Помимо реорганизации подготовить положение. Разработайте, дайте, мы утвердим и сразу же разрешим эту проблему. Молдова девлетин саи палатасынын чыкышларына көрө субсидиялар акт бөлүмүндө ат пролин девлет куруму оларак финансламая уймыр. Бунун үчүн курума реорганизация лазым япылсын, ургулады финанс баканынын башы Татьяна Дойчева.
Речь шла о том, что не то, что невозможно государственное финансирование. Курум Йокниджи Хепсиюс процента финансовансан. Бунуничину Варниджи Кендиси доказансан. Курум Кендиси казана билер, ама бу паралар уна етиш мерлер яшамадейни. Чикашкетлары бу урда верилмедилер, бунуничин сорушлар Молдова Девлетин Саи Палатасында да педаландылар. Жетная палата Республики Молдова. Биткида депутатлар сеслерін верділяр, ки фонд танк контрибуциялар 1 миллион лея бегер фермасының реконструкция туристик комплексына чеверілсен дейін. 700 бин лей ат фермасының тұтырылмасына верілмейчікляр. Светлана Димитрогла, Влад Табачук, Артем Топал, ГРТ Хаберляр. Гагаузия халқты пұлышу бетке отырышында автономинат бюджетінде кеме дейшілмеклері бақтылар. Түрлі сұрышларын арасында лавгетті 500 лейлік компенсацияларын өдемесе үшін 1-ші класстан 12-ші классадын автономинын хербір үйренчілеріне ені үйренмәкелін қазырламасы үшін. Сорушун бакылмасында депутатларын түрлү түшүнмөктөрү ачыкланылды. Онарын чөйү кайыл онуннан ки ушаклара бөлө зор экономика дурумунда лазым ярдым этме. Ама аннашылмарды бул компенсацияларын верилмесинин механизмасы. Здесь мы распределяем очень большие деньги. Что касается отопительного сезона, это 10 миллионов. Биз бурада бүк паралары ерлештерерис. Исынмак вакытына 10 миллион, 500 лейлик компенсациялары ушаклара дейне 8 миллион. Ама көрүнмөрнөйө көрө бул пара пайлашылачак. Мындан кары бурада лавгети, аны баканык комитети кендиси да таап биткиядан буну билмер. Нечинзера почта Молдови та жооп анара вермеди. Пока у самих нету четкого представления, потому что там почта Молдовы должна сказать что-то. Лязым білмя, ким хемнея гюря бу параи каблида білечек. Нышаннады канундакы органын темсілджісі. Выделяя такие деньги, надо в первую очередь одновременно с этим предлагать. Вереркен бюля параи, ен ирк лязым механизмы и хем критериалары білмя. Неченке ярын инсан маана білечек. Ани кемяса верілді пара, кемяса верілмеді. Бунда депутатлары кабатлы білечеклар. Онуштан теклифі дерм вермя сыныш баканы комитетіне кыса вакытта 2-3 күнде усуй бір автаны сүресінде үйдемек лерин бу механизмасыны işлеттирсинер. Ки görelim kim bu parayı lazım kabul etsin. Kim hangi özelliklere göre? Burada düşünürüm yok bir de deputat kim kayıl olmayacak. Hani insana lazım kompensasyon sıcak vakitine hem okula hazırlanması için. Против выделения денег на заработные платы детям и на отопительный сезон. Гагузия халк туплушун депутаты Людмила Юрченко пайлашты ани идея вермя ушаклара 500 лей и вара элелер кемя бу пара чок ярдмедечекляр. Ам вар юляда кемя оннар таас лязымны. Надо, чтобы в положении был какой-то механизм. Я вот тоже подхожу. Лязым не суйса кураллар олсун. Бен да бу категория герерым. Беним да кызым та укулда юренер. Вар хакы бу парай кабледелим. Ама бана онар бюн дил лязым. Истерим олсун механизм, ангысна гюря ула билечекляр бу парай башка элелера гечерме. Кемя бу пара та лязымны. Неченки дейлим 8 ушак топлама укула пеш палы тутыр. 500 лей ей катастрофически мало. И для того, чтобы сегодня собрать ребенка в школу, семье, где 8 детей. Гагузин баканы комитетин башын ярдымчысы Олеся Танасоглу аннатты. Ани компенсациян верілмесе бір айледен үбірне бу колай процедура. Тазор кими техника сорушларын чөзме. Нейлен онар бүнкі гүн занатланырлар. Это вопросы финансового механизма. Через почта Молдови. Бу түрлү финанс механизмынын сорушлары. Не суйкабледилечек бу пара? Почта Молдови курумнарынданмы? Аналарын, бобаларын, паспортларына көрө, я окулда, кассирлардан. Бу соруш эң зор. Муну иштеттирерис. Ама белли этме, документте не суайлелер бири-бирине кабледилен парайы кечирежекляр бу илин. Это будет согласие родителей, как представителей официальных законных своих детей. Халк топлушун башы Дмитрий Константинов нышаннады. Ани компенсацияларын үйдемеси үчүн бюджетте пара бар. Бул сайы таа бүк некадар баканык комитети теклиф эдер. Где-то 2,5 миллиона у нас идет на Илкиев. Якын 2,5 миллион лей Илкиев программасына, и Яшамак программасына 13 миллион, или 55 миллион бизде калыр. Бу парая көрө лазым документи хазырлама, эми сытмак вакыды, эми ушаклара компенсациялары үчүн. Кимсе бирер, кимсе 1,5-2 бин лей кабледе билечек. Документ лазым хазырлансын. Биз да сеслерибизди она бережибиз. Кто-то тысячи будет получать. Положение надо приготовить, и мы проголосуем. Гагузия халк топлушун башыны депутат Илья Узун тутторду. Исполнительный комитет предлагает 10 миллионов
на компенсацию в отопительной системе. Баканы комитете дешилмеклери бюджета теклиф етти. 10 миллион лей сыйжак вакыды ичин 8 окула хазырланма дени үдемеклере. Ама халк топлушу 50 миллион бу ниетлере теклиф эдер. Тени да сорош. Нечин туттурмайлым депутатлары. Больше. И почему вы не согласны? Вот и весь сказ. Вы должны поддержать то, что мы все принимаем в своем месте, помочь людям. Илк редакция Гюри Ангасны Баканы комитеты теклиф еттейді, 16 бенден зедага гозен юренчилерінде варды колайлык 550-лейлік компенсацияның кабледілмесіне. Ама депутатлар сорушын бактырмасындан сора келділер карара, вермясын ж Баканы комитетіне ішлеттірме документы таи. Нереде белли етме процедура ехем ачыклама ким кулана білежек бұ такым финансылары. Ішлеттірілмеш документы Гагузия халк топлушын бактырмасына юллама. Депутатларын сырады куотурушу Геляновтанын биткесіне планланыр. Людмила Новак, Влад Табачук, Мария Казаку, ГРТ Хаберляр. Гагаузия халк топлушын депутатлары Георгий Лечу, Александр Тарнавский, Николай Иванчук, хем Сергей Чимпаеш пресс-конференции гечерделяр. Онар ачыкладылар халк топлушын битке отурушын чыкышларыны. Анна Дербизим корреспондентымыз. Бакаркана автономиян бюджет сорушуну депутатлар бердилер сезлерни 2.6% финансылары англары доорудолу Гагаузиян Баканы комитетин иши ичин. Ургулады вице-спикер Александр Тарнавский. Мы не сократили ни одной штатной единицы в структурах исполнительного комитета, но попросили их оптимизировать неприоритетные расходы. Меньше осуществлять командировочных расходов, расходов на служебный транспорт, меньше финансировать вакантные должности для выплаты премий и так далее, так далее. Халк топлушын депутаты Сергей Чимпаеш нышаныды ани идеи артырма дини бюджет финансларыны тутурырлы дилкепсе онын коллегалары халк топлушында. Мы предложили вместо 15 управлений оставить 9 управлений, создать эффективное управление в Гагаузии. Целиком по этому проекту закона рассматривали сокращение порядка 50 миллионов лей, то есть сэкономили бы еще 50 миллионов лей. 17 миллионов лей примерно по внесению поправок в закон о бюджете, и тут еще примерно 50 миллионов. В общей сложности почти 65 миллионов лей. Почти все эти деньги мы хотели направить вам, уважаемые граждане, на поддержку в отопительный период. Каждая семья могла бы получить по 2, по 3 тысячи лей, значит, в поддержке. Но эти коллеги, вот о которых я, значит, назвал ранее, они, собственно говоря, не поддержали. Пресс-конференция сүресінде ачыкланды табер соору шангысы балыйды вермя ярдымы инсанлара кыш вакытында. Депутатлар ургуладылар, ани оны лазым вермя масыз тео яшайынара англарына опек лазымны. Мы предлагаем этот закон модернизировать, на его базе сделать модернизированную версию, исходя из тех реалий, которые сегодня сложились, и оказать, опять же, более существенную помощь нашим жителям в зимний период. Это может быть не только тысячи, а может полторы-две, мы должны сесть, есть, деньги есть, мы знаем, где они. И поэтому нам нужно разговаривать, не заниматься политическим пиаром. Халк топлушын вице-спикеры Георгий Лейчи, нышаныда они депутатлар каблетлер каноны вермедини социал ярдымыны Гагаузиян курулуш темелинде дуран ветеранлара. Инициаторы данного законопроекта в лице тех, которые стояли у истоков становления Гагаузской республики, автономного образования, тот же Добров, Михаил Ковыржик, Иван Димитров и другие, они не ставили цель перед собой. И нам об этом открыто говорили, что для них не важно, будут ли будут, не будут какие-либо льготы или материальное обеспечение, чтобы убрать вот эти инсинуации. Потому что вокруг этого закона очень много вопросов возникает, он подлежит доработке. Но факт то, что в первом чтении абсолютное большинство депутатского корпуса, принявшего участие на заседании, согласилось с концепцией, что этому нормативному акту быть. Хепеля пресс-конференцияда депутатлар жуап етілер соғышлара журналистлерден депутат этикасы ичин, паалар ичин газахия башка соғышлара. Зинаида Канцер, Григорий Ставилов, Мария Казаку, ГРТ Хаберлер. Программаны кенже пайында серединиз башка миракылы темалары. Чадыр касабасында гериштерелер бир сыра проект. Англарыны ерлі куветлере яшынар ярды медерлар япма. Көпче күйік абледежек табер партия мрамор плиталары Түркия девлетін Мустафа Кемаль Паша касабасындан. Европа чемпионатында ар атлетика да кызларын хем чужукларын араларында 15 яшынадан Молдованың топлымы казанды бир сыра юділ.
Харман айын 16-сында ГЧС Гагаузия радиотелевизионы көзледежіні сағатын отырушу. Аңғысында бақылды бір сыра соруш. Аңғылыр бағылы компанияның бюджеттінің хем конкурсын кечерілмесінің компанияның генел башын еріне. Илер әдер тема и сюжет. Гагаузия радиотелевизионы компанияның бюджетіне етішмір финанс үйдеме, ішілерін қазанч парасыны хер ай етішмір, бұл радиені 70 бінлей. Біз чөп керет қалдырдық бұл сорушу, ане етішмір пара бізім компания. Біз білмесінде етішіз илын беткісіне да. Бұл проблемы білер хем халық топлушу башы, хем башқан бізім Гагаузиярының. Бүгін яқлашты бөлі зор вақытлар, ане етішмер хер ай, етмішер бінлей. От, яваш-яваш топланжик. Біз бұл іші қалдырдық дел бір керет. Да біз білмесінде бұл сорушу чөзме. Соруш финансларын етішмемезлі ічін бақылды компанияның хем көзледежі насатын башларын мұлышмасында Гагаузиян башқанынан. Бұл сорушу бар, насыл пақын чөзсін, бізім халық топлушу, ем баққаны комитеті. Оның үшін бізгені данышы сонлара, бізгені әлі дүшіндік, бізім фикірімізе гені келді бөлі қарар, әне біз ләзім онлара гені данышма. Дәділі алар ма, ама онар бақсынар бізе, әне компания юрісін гөзәлім доғыр. Чүнкі инсан чалышыр, инсан ішілер, да біз ләзім япма әлі, әне инсан айын бітсінде қабілетсін. О, біркач құрыш әне бар онда. Оның қалей зарплаталар. Финанс етішмер дейлса де өдеме инсанарын қазанч парасыны, ама генішлетме программаларын сайысыны хем алма ені техника. Екінші соруш аңғысыны бақтылар отырушта бұ конкурсын кечірмесінің компанияның башын еріне. О, кечеже қарман айын 26-сында. Жүмне компанияның Гагаузия радиотелевизионының башын көреві сербесті та 2020 жылдан бері. Бүгінгі күні та кімсі вермеді данышмақларыны ке конкурс тапай алма. Бітке гүн не заманы барынже верме документлері Харман айын 22-сі саат 5 адын афшамнейін. Оның үшін бәнгені тіклиф едерім хепчі достлары, Гагауз яшанлары, кім істер, қатылсын бұй іші. Чүнкі олжы қатшық августың 26-нда кетшік конкурс. Біз бүйін яптық, бақтық өлі олсын, гүзәлім доғыру. Ане олмасын сорым проблемалар. Отырышын сүресінде бақылдылар башқа іш сорушылары да. Зинеді Канцер, ғарты хабарлар. Гагаузияның COVID бөлімлерінде 80 зейде кеші бұлыныр. Оның араларында 30-дан зейде ұшақ. Докторлар насат верерлер. Хасталық қапыма мәдені инсан эпидемиология құраларының есаба алсын. Чадыр касабасының COVID бөлімінде алашыланыр 35 кеші оның сайысындан 10 ұшақ. Нечеде орғыланынды тайылері хасталынырлар. Ені талғыда 1 яшына қадар күчік ұшақлар, хем вакцинасы сыйынсанлар. Медик Роман Башы Наталья Папазоғылы хабарлады, ане ұшақлар тайылен хем татез, дерті кечірерлер, некатар бүйік инсанлар. У нас развернута 43 койки. Из них, считайте, 35 занятых. Но у нас остались свободны только детские места, потому что детки хоть и поступают, болеют, но они быстрее восстанавливаются, и в течение недели мы их выписываем. Вот у нас уже была первая выписка деток в выходные, там 7 детей мы выписали, но, правда, и поступило 5. А взрослые, они, конечно, чуть дольше находятся у нас еще. Мы уже вот вторую неделю работаем, пока выписки среди взрослых не было. Олыш Макларенса и сын Бюмесина Бакарак, Наталья Папа. Позогла урглады кес олма гигиенасында куралары тутмалязым. Все-таки нужно опять соблюдать все меры предосторожности, носить маски, пользоваться антисептиками, избегать мест большого скопления людей. Маска, что бы ни говорили, но как-то механически она на некоторое время все равно спасает от возможного заражения, будем так говорить. Кумрат Дулай Болинсен COVID бөлімінде дұрым бірестак, өтен бұрада 48 пациент илачыланыр. Оның арасындан 24 ұшақ химики кіші арха алда. Медик Румын Башы Нина Райлянын ұшына дайын болынса көті дұрымда дүшерлер. Күчі құшақлар химуннарын анылары бұбылары. Взрослые большей частью это родители, мамы этих детей, которые тоже инфицированы. Детки маленькие, в основном до года. Родители переносят относительно легко эту инфекцию, а вот детки высоко лихорадят, до 40 температура держится до нескольких дней. У некоторых деток рвота, у некоторых деток пневмония двухсторонняя или односторонняя. Вот так протекает эта инфекция. Течение разное, но поступают они в тяжелом состоянии. На фоне лечения самочувствие их улучшается.
улучшается. Белли Оларсе, Хасталын Нышаннары, Лязан Танышма, Айля, Докторларна, Орглады Нина Райлян. В эту волну два течения ковида у пациентов мы наблюдаем. Либо как начало острого респираторного заболевания, то есть это недомогание, может быть, выделение слизистой из носа, заложенность носа, першение в горле, сухой кашель. Это одна форма. И либо кишечная форма, когда появляется тошнота, рвота повторная, некоторый жидкий стул, боли в животе и температура. В любом случае нужно обратиться к доктору. В любом случае не нужно заниматься самолечением. Салыны сезонилернизде. Икледи Нина Райлян. Табер сыроверип насад эпидемиологии курларыны тутма хем аш койдырма. Гагаузинын ватандашы Михаил Влах кенди Facebook сайвасында ернештерди фотолары аңгыларында көстерили Чадырлунга Дулай больницасынын дудурт мак бөлүмүн кошуларынын баалы проблемасы. Бүгүннерде биздин телевизион группамыз болунду медик курумунда хем якындан танышты дурумунан. Тадериндан Анадыр Полина Барбова. Чадырлунга Дулай больницасынын өндүрүүчүсү Наталья Папазогла нишанаданы фотолор аңгыларын жерлештирди кенде Facebook сайфасында Гагаузиянын жумня активисти Михаил Влах ачыклыйла проблемы аңгысы барды медик курумун перинатал мерезинде. Учекити чалышма та 1990-жы жылдардан бери доо замандан орада япылмады деринден ремонт иштери. Гагаузиянын бакандык комитети карарлады берме 3 миллион лей деринден ремонт иштерине перинатал мерезинде япма. О булны япынын 3-жү катында 2021-жы жылда я заманында чекит для деринден ремонт ишлери коронавирус пандемиянын бетерине оннар узандылар. Хепсиңиз билерсиңиз несе халда булуныр биздин дебетимизде экономика дурумо. Дүзмек тедарыкларына паалар үсек. Дүзүчүлөр адырларына бу ил биз кечечиз бу бинада биздин колайбыз болочек инсандары бурада кабетмеяда бурада дуэжиклар эни инсандар. Исля хем калители кошуларда. 1990-жы жылдардан бери бурада Чадырлунга Дулайын перинатал мерекезінде, больницесінде масыз олмадылар дерінден ішлер. 2021-жы жылда чекиттілер дерінден ішлер. Бүгінкі гүн ішінен сұра алынды саттын мобила хепсі тедарықлар не лазым олыжықлар бұ меркешін. Чадырлунга Дулай больницасының япының хаятларында ішінден сұра болыныр ене мобила тедарықлары палаталар үшін. Бакмадан она они деринден ремонт иштери та баша алмадылар. Бинада ишинден сура бар мобила тедарыклары. Та япылырлар абаданныклары перинатал меркези ичин. Саныры манео заманады начан башарыныжыклар деринден ремонт иштери. Биз кетиричиз хепси лазымны тедараклары да дудуручиз биздин үчүнчү каты. Дудурмактан сура бөлүмө хем калын каарылардын патология бөлүмүнө хепси лазымны абаданныклары жерлештиричиз. Шиндеки заманнар перинатал меркезинде гидерле ил кэтапын деринден ремонт ишлери. Урада ерешечеклер гинекология бөлүмү, калын карыларын патология хем дудурмактан сора бөлүмнери. Экинчи этапа гөре дүшүнлер япылсыннар деринден ишлер дудурмак хем операция бөлүмнеринде. Паралар деринден япылмак ишлери ичин перинатал меркезинде тирилдилер Гагаузиянын бюджетиндан. Хабирледи Чадырлунга касабасынын примары Анатолий Тапал. Кинчи карлангысына кызла ким где дудурморда чочуклары унаалям осун чоки яни осун. Гитмесне кишнова, башка де касабалар осун бурда еринде. Билсенен биз гидеез, орда бизи бакчыкла, олчык внимание да, хепжи олчы кийинчи биздейс, он үчүн бу ремонт лям. Бен истин сөйлемейне примария, касабада, күйде, нека объект варан болны, онан территориясы, онда ерерлям каарсына, дейне ури больница гиде бизим инсанын чадырыным, чадырын долайына, гелела Тараклискерон күйленден, он чин без вышли орлям билелим, барабар без Натали ишлес, он проблемы не змасова наш транзбисек, что без он раярми здесь, без им делимя ковидим с аст, тачок комрадну варку, ну, бюджет Гагаузин, но не анда якше без коэски, инден делимя плечо, постоледис, то барабар бы ишлер сашес, они инсан гёрсин, дуйсун они дичле, больница чок гюзель дичле, бирки вакытларда без он гёрес, инсан да гёре, естественно, он тачок доктор. Чадырлунга Дулай больницасынын перинатал меркезинде деринден ремонт ишлери плана коюлу буйлун биткисинен башарма. Инсандар үчүн хем узмандар үчүн олжиклар хепси лазымны кошулар. Медицина курумунун администрациясы бекилер эни тедарыклары аңгыларына лазым кетирсиндер автанын биткисинеден. Полина Барбова, Влад Табачук, Мария Казаку, ГРТ, Хабирлер. Гагаузия үйренме курумнары ени ила хазырланырлар. Не суешляр, бунунын баалы курумнарда кечерелер, автономиянын үйретим баканы Наталья Кристева диалог студии программасынын сүресинде ГРТ каналында ачыклады. Гагаузия үйретим баканын узмандары хер бир үйренме курумуна гидерлер да контрол эдерлер не суенар ени үйренме кылына хазыр. Хабирледи үйретим баканы Наталья Кристева.
Практически все наши учебные заведения готовы принять ребят. Майхишти Юринмяк Курумнары Хазыр Ушаклары Каблицинар. Елбетке, они капитал дюзмяк шлерны унарда япма дейни. Бюк кулайлыклар мыс юкту. Херерді саде гюзелетмяк шлеры гечерілді. Тертіпленді одалар, боянды, хемкеречленді. Приведены в порядок помещения, подкрашено, подбелено. Кегечермя Юринмяк Курумнарында капитал дюзмяк шлерны лазым регионал хем Молдован меркез куветлері берлешсінар. Масус программалары каблетсінер, химгериштерсінер, сайер юритин баканы. Одна из основных задач – это, конечно, оснащение наших всех учебных заведений внутренними санузлами. Это болезненная тема, есть программа народного собрания, и это приоритет. Юним либерниет, окуларын ичлерінде гигиена одаларын япма. Бу зор соруш, бу хем Гагаузия халк топлушун, хем баканы комитетин приоритетлары. 2015 жылдан 20 юренме курумында шиндан сора гигиена одасы вар. Сади юч курумда онарта йок. Казаклиеда, Киретлунгада, Хемконгазда. В которых нет внутренних санитарных узлов. Это гимназия села Казаклия, это села Казаклия, это в Киретлунге, в Кангазе. Волканешка Сабасынын бир үйренме курумунда пайлашты Наталья Крестева, дышандакы гигиена одасында ремонт япылды. Казаклияда да хеббу сорушлан баалы проект кериштерлер. Лучафырул лицейнда йылын биткесинеден проект башарланыжек. Хепси ишлер үйренме курумнарында хич дургунмыр. Ургулады Гагаузия үйретин баканы Наталья Крестева. Молдованын кими үйретме курумнары савашырлар чевирме апарайы студентлерден англары бюджет парасынын үйрене ардылар, ама башармыдылар кенди үйренмесіне. Онарын сырасында Кумрай Девлет университеті де Саймак Палатасының отчетына гөре, сәде бұлдыр девлет якын 45 миллион лия кадар харжады үйренечілері хем студентлері англары якендилері бірақтылар үйренмейі, япрост ноталар үшін қолландылар орадан. Финанс министерлин чыкышларына гөре 2021 жылда девлет 44,8 миллион лей кабетті. Бу такым студентлерин бетерина. Англары түрлі себеплера гөре үренмейі бірақтылар. Сади бір үйретме куруму 39-дан харжанылмыш паранын бір пайыны ола білді чевірсін. Лавгидер, энергетика хем электроника меркезі ічін. Комрад девлет университетінде да. Бұ такым олайлар варды. Неже нышанныды Комрад университетінің ректору Сергей Захария, онар да бұ себеплен баалы дава курумына кими данышмаклары яздылар. Бізде да олды өлі, әне, кімсі келді, девлет бюджет еріні қазанды, да сорым бір илдан сон гітті. Ама неч гітті, істәмей үйренме. Біз бұ ері вергіл башқа чужа, яда қыза. Аңқысы қайылды үйренме орда. Озман оның үкті парасы. Лән барда лән бізім бұ геншілері қазырлама ние. Ане онлар лән алсына кеміне бір үйік білсіне. Сән келәсін үйренме бұ заңатта. Сән бұ заңды лән баш арасын үйсек орда. Баш арды қаны кедесін ішлеме. Сән бұ заңды бейінмәсін. Бұ заңды істәмәсін қазанма. Келме ора, вер бұ ері башқасына. Бүгінгі күн Молдовада үйсек үйретме құрымларын финансылама құрында ені формуласы денелер. Аңғысыны 2 ел кері қабілеттілер. Она көре, ер студент аңғысы бюджетті үйренер. Істемерелер дору үйренме, я оны бұ құрымдан прост ноталар үшін қолырлар, лазым олажек чеверсін харжанылмыш девлетлен парайы. Комрад девлет университетін ректору бөлі қарары дору сайыр. Геншірі аңғысына үйренелі девлет орында, бюджет ерлерінде о парала кімін? Біз десе оңа девледін. Ама девледін бюджетіні кім топлай? Инсан. Инсан вергілері үйдер, о вергілерінің бюджетіміз құрылайыр. Шынды бұ вергілерінің, бұ бюджетінің аңқысы кенші қазырлайылы. Үйрендік әні 4, 3 ел, яда мастеретті 1,5-2 ел. О кенші башырды қаны кетмейін ішлеме, те орда аңқысы оңа девлет ярдым етті. Дене инсан ярдым етті, үйретті оны. Бұ дил гөзел. Бұ діл доғыру. О генч аңғысы үйренді девлетін парасының, инсанның парасының. О лағазым білсін әнен, оны беклерлі нерді? Школады. Оны беклерлі предприятелерді нерді өлем чалышсын. О кетмәсі ора, осының пара зән еділді. Файдасыз.
Ама вар табир юнемли курал. Ангысы студентин хем үретмә курумун арасында лазым бакылсын. Ке олсун хак истемә бу студенттен пара егері, еру истемер башармактан сора ишлемә, лазым бу иш ерлеріні она илкен теклиф етмә, пайлышыр düşünmeklerinden Сергей Захария. Бундан кәрі сайыр ректор, гелян студентлерлен лазым занат айрылмасында да хазырламак ишіні көтермә. Біз лазым чалышылым не әден. Девлет ләмкен не әпсін план. Хазырладыкан бұл генчері, она лазым о варымлы ем сорымлы олсына девледе. Икінші, барда лазым пек дикат олмады о процесслара. Генч башарамады. Я да бракты университеті аңғы причины ішін. Не олды он? Я хасталынды. Я бір башқа процесслара он нөйіне чықтылар. Я деме евде бір шей еле олды дейсіле. Он шында лазым бірді бақма алатламама. Ені формуланы куланылмасы, аңғысына көрі планланыр бюджетта қаржанылмыш парай студентлерден гейрі чевірмә, варна асылшындан соры бұл күзден башланылсын. Людмила Новак, Влад Табачук, Мария Казако, ГРТ хабарлар. Чадыр касабасында гериштерелер бір сыра проект. Аңғыларыны ерлі көветлері әшінар ярды емедерлер гериштерме. Болыр партисипатив бюджетта көрі. Анна Дер, Полина Барбова. Чедерлунга касабасының яшаяннары верділер бір сыра данышмакларыны примария гериштірмек чен бір сыра проект. Былдыр айралды, хем гериштірілді 15 юнемлі хем лязымны проект. Хабирлады Чедерлунга касабасының примары Анатолий Тапал. Для меня народный бюджет. Нянда Инсан, якбы инициативная группа, ассоциациялы кенделя язела заявка, так кенделя сюрел няны бестес пара гитсен. Дел кемесе жөбіне ел кемесе ауылына кетсін, өлі бір ері нәнді о ерлі үнжедіме апшесіні бар бұнесте резонанс. Бұ біз тайлыяда япадық инсанның бұ ішләрі, верәдік, дүзедәдік пынарлары бар-бар инсанның ассоциация нәнді яшы бүйк қатлы евлі онлара верәдік, ярдым мәне япма нәнді чатылар, нәнді япма ремонт ішінде, канализация, там им дел апартаментларда, а нәнді бар мазала, үнжедіме подвальный помещение. Шинди те икинчи жылында бизде где бу уже народный бюджет. Бул бир уже те шин битки советта биз утверждаеттик алты прожанг снара биз верди сорда хепс чиз. Нянда в основном благоустройство. Касаван чинде благоустройство, нянда благоустройство да бүтүн инсаны жедеме чекео ише. Биз верейс 80% бизден ярдым. Инсан минимум лян көсүн кенсинде 20% или пара топпасын, или кендик жедеме көбөйдүн көсүн. Партисипатив бюджеты бу исле инструмент ке барабар яшаяннарлан япма касабаи та гюзел та уйгун ургулады Чедерлунга касабасынын примары Анатолий Тапал. 2022 жылда касабанын яшаяннары верделер шинден сора алты данышмак. Орда тачу где проект ане благоустройства являнды олайында, бүйк атлы являнды, многоэтажны являнды олайында, варнянда тротуарны дорожкала. Был йог бизде, гештил варда чок, нянда, бундидеме, детский площадкала, кюшюк дешк, явим кранда. Шинде был башка бирас акцент бакта мисана, но анга прожила, ким анека заявка верди, без себе заявка лара пара вердис, орда чекай биш бин лейн устюня, без он на бюджета койдыдык, но олы та чок прожи, бизде эти спичит пара, он чем без тез бо ищи чеге терме гюзюн, да койма пара бюджета, да выбрала нека та чок олжик пара прожи, та чок пара инсана верме, да бу ищи лэр барабар инсана япма. Чедерлунга касабасының примариясы бұйыл плана койду данышмакларын верілмелерін формасына дейіштірме. Гөресен бұл программа чөк гөзе ішлейшін, біз тез дейіштірме бірашы формат дейіні. Лям япма тайлет чекеттірме дейін, біз шынды тәшінді сентябрді япчыз. Иіне фол ане версіне бізден заявлене, нөсі предложенілі бар. Ане ачан кабычыз бюджеті 2023 жыла, бізде білі осы не кәлен олчық пара, до пары койма бюджетта. Да тачок, як сын бюля прожи, як ма варабар. Анатолий Тапалчыз гілейді аньерлік уветлер плана койдылар елейрі дорда геріштірмя проектлері партисипатив бюджеттін ярдымынынан. Полина Барбова, Влад Табачук, Мария Казако, ГРТ, хабарлар. Кумратта Днестровская сокуанда дельчоктан брусчатка койылдуйду. Ама еще апылы ярыя. Яшын арбеклерлар незаман дюзмякишлери башарылыжыклар. Йол Днестровская соканда япылы ярыядан, сокан ойырдан ереді ішлер дургундулар ямурдан сора су топланер. Орада кую пейдаланды. Бу себе пәгюря яшенар йок насыл радгишсенар йолдан. Елдер яптылар йолу, йолу яптылар дебір көше бізім евіденна кадар. Евіденна кадар яптылар да бұрадылар ол. Конец бұрда бұрадылар. Бұрда олды бір рыпа.
рыба олды, бұрда су дұрыр, кокер. Да, кокер епсі инсан кетсе бұрда. Бізе итерді да форс көк жағашпа. Кокер бұрасы. А онлар лазым апсында бұрда. Яваш-яваш сөйлі апчылар дөрі бері оладар. Да, яваш-яваш кетсіндар да концерт да нет, что пошли. Просто бекледік Анастасовы. Сөйледілер ке ой гүні ой келдік. Не істі ачан да келді. Бұрда адам дұрарды, беклерді оны, ке не істі келдік, да лазым да сес етсін біза. Ке келдік Анастасов. Но яклашмады кімсе, келді 5 минут бақты да гітті. Яклашмады инсана, топламады инсаны сөйлесін. Ке действительно те біз япы десу ойлу, қақырланмен. Біз бұрда пак пенсионерс, да ачан келер су. Бесалыры сапалары да дурды рысую. И нечем бу плитка, я бак не чамур. Ниде вар, ниде. Бурды пара гитте. Комментарий очень безданышты комрад Примариясын интерти племяк урунда узмана Александр Пейкова. В начале августа начались работы по ремонту дорожного покрытия улицы Днестровской. Один подрядчик делает работу... Будюзмя киштеричики трярхармана ин башламасында, хем башарылы джиклархармана ин биткисында. Бирдюзмя курумуйщини епты, ама юбюрю пак шинди башлайджи кишлемя. Хепсит издаулыджи гюзер хем пак. До конца августа будут работы проведены. Вот эти стычки, которые там остались, все будет заделано. Яшанар биклерлер незаман тертеплемя кишлерей битериджиклер хемонар радги чериджиклер сокактан. Ирина Караман, Влад Табачук, Артем Топал, ГРТ Хабирляр. Көпче күй кабледежек табер партия мрамор плиталары Түркия девлетин Мустафа Кемал Паша касабасындан. Ниякулына джек мрамор плиталары аннадыр бізім корреспондентымыз Олег Дулоглам. Көпчәк күйінде біркәч социал хем культура объектлеріне мрамор плиталары койылажек. Оннары башыш гиби примария верді Мустафа Кемал Паша касабасы хаберледе примар Олег Гариза. Застелить мрамором ступеньки дома культуры, то есть... Истерис мрамор дөшеме культура евин басымакларына, сора примариянын өнінде басымакларына. Англары чоктан лямды дүзілсін. Біз дүзеріс парғы, орда вар ики шелале. Англарына біз истерис түрлі мрамор рейнклерінден дүзме. Олсын орасы бізде гүзел. Хем да кулланачы сонары примариянын башка объектлеріне. Там и мрамора дать туда подсветку, чтобы они были тоже обложены мрамором красиво в парке. Ну и на другие наши объекты примарийского копчения. Аннашмак, аңгысына көрі көпчәк күйіне табер фора мрамор башышланаджек, гечті елін көпчәк күйін примары хем советниклер Түркия девлетінде ачыкланды. Гечті елін біз советниклерлен Түркия девлетіне гиттік, Мустафа Кемал Паша касабасына да гиттік. Біз гиттік башка мрамор карьералара да, аңлары башка вакытларда мрамор плиталары бізім күйе башыш гибі верердилер. Біз аннаштық, ани бізім күйі кабледежек табер партия мрамор. Мраморные плиты. И была достигнута договоренность во время этого визита о выделении еще одного рейса мрамора на благоустройство нашего села. Мрамор плиталары Түркия девлетінден кетерме көпчәк күйін примариясына ярдым етті Тика Курому. 2016 жылдан көпчәк күйі кабілетті Түркия девлетінден Мустафа Кемал Паша касабасынан башыш 6 фура мрамор плиталары. Аңғыларын сайысы бүтінден 130 тонн. Онар қолландыла көпчән ені клесінің дүзілметісінде хем афган джинкин ветеринарын анмак ташыны қалдырма дейіне. Олег Дологла, Лен Тарфанос, ГРТ, хабарлар. Европа чемпионатында ар атлетикада кызларын хем чужукларын араларында 15 яшынадан Молдованын топлуму казанды бир сыра өйдүл. Гагауз спортчусу Александр Балжы казанды икинчи хем үчүнчү ерлери. Тадиринден ачыклар биздин корреспондентимиз Зинеда Канцер. ГГУ спортчусу регионал ар атлетика спорт окулундан Александр Балжы икили ярышта казанды бронз үйдүлүнү хем күмүшү япып кенди рекордуну. Спортчунун лафларына көрө ярышмаклар кечилер үйсек урдада чыкышларынан 16 мутлу. Ама дургунма бунда унийтленмер. Александр Балжы нышанада ани бобасы хем тренери Николай Балжы ходуланер онун. Когда я увидел, сколько делают другие мои соперники, получается спортсмены,
Açan ben gördüm ne kadar yapırlar başka benim konkurentlerim. Ben düşündüm hani üçün arasına da girmeyeceğim ama iyi gitti. Üç yaklaşmayı yaptım. Aldım kendi çıkışımı hangisini yapardım sınışlarda da kazandım ikinci yeri. Yitirmekte zordu zire verdi problemlerim arkamdan ama acıyla yaptım ne koydum kendi niyetime. İlkte yapamadım ama ikincide toplandım da yaptım nice lazım. Doldu öyle hani bunda oldum dördüncü. İki этапта планера гюря олдум үчүнчү. Не взял третье, потому что там другой соперник сделал хороший результат. Европа юдюльчүсү Александр Балжы ургулады, аны онун чеки категориясында барды 6 конкурент. Онун барды истемеклери казанма бир юдюл, ама куйып хепси бежермеклерине англарына үйренди кенди бежерикли тренерларындан казанды 2 юдюл. Со мной весовая категория получается 7. Бенин чеки категориямда барды 7 киши, өлө 6 конкурент олду. 3-ү кабиди, да бана лазымды тарам. Макар бересини ки алма ер. Бен севинерим ани бен макар бир юдюлу казанаджам. Ама олду эле ани икинчиги да алдым. Беклемедим. Бен мутлуюм. Очень много приносит и я счастлив. Неже сөйлерлер тарамаклар бир күндө улмайрлар. Онун үчүн Александр чөкүлөрүн сүрөсүндө кабилиштирер кенди усталыгын залада бежерикли тренерлерлан. Онар берерлер кенди билгилерин явлат бойларына. Спорт окулун башын Виктор Мавродинин лафларына көрө Александр көздөрдү үйсе казырланмак ууруну да белли этти. Аны Гагаузияда ар атлетика илерлер. То, что он поднял, как говорится, выше... Севинерис они укалдырды, башындан икары, ичкишлары япты, англары тайлеры япмады. 106 калдырды, олды икинчи Европада. Хем итермекте калдырды 125, олды дөрдүнчү. Эки ярышларына көрө казанды үчүнчү ири. Биз онунан ходуланарыз. Третье место, чем мы гордимся. Her gün okulda sınışları geçirirler 170 sporcu. Anglar kazandılar yüdülleri Dilsade halklar arası hem Avrupa yarışmaklarında ama pay aldılar olimpik oyunlarında da. Nice nışını da Viktor Mavradis adı becerikli hazırlanmaklarla hem istemekle varınca tarama. Только можно самые лестные слова сказать. Ең ий лафлары барынча она сөйлеме. Тепурада күчүк залымызда о яваш-яваш етишти Европа уруна. Олду өрнек бизим генчлере дейне англыр лазым буна етишсин. Данитлер бізде бүйік хем үйсе кипай алма Европа хем дүния ярышмакларында. Тұттырма бізім кызлары онлар окулун ийн кави спортчулары. И самые высокие, чтобы выступать на европейских мировых аренах, поддержать славу наших девочек, гордость школы. Молдова и Европа ярышмакларында ар атлетикада танытырды 10 спортчу. Англар казандылар 2-нчи хем 3-нчи ерлери. Европа чемпионаты юниорларын араларында башарланачак Харман айын 17-синде. Динада Канцер, Влад Табачук, Григорий Ставилов, ГРТ Хаберлер. Сиз сиретиңиз автохаберлери программасыны калын салы жаклан хим садеже ии хаберлер сизем.